Все раз с вами Спидерелакс. Да, сегодня мы начинаем проходить еще одну хоррор-карту. Мне прям нравится их проходить. Поехали! Да, карта называется Ацидент или как-то так. Ну, короче... Ребята, вы где? Мы пропали. Да. Нигер. О, у меня тоже мало FPS. Ну, здесь нужно ходить по дому и делать какую-то всякую... Я вспомнил, что это за дом. Да. Здесь капец, какие страшные скримеры. Только подождите, пока что не ходить никуда, я хочу проверить звук. Я продолжаю. Сейчас, подожди. Ба, Матвей, смотри, какое стекло классное. Смотри. Матвей, иди сюда. Да видел я. Да. Сейчас, подождите. Матвей, тебе тоже чем-то, кстати, фосмофобию напоминает? Не конкретно, я думаю, что мы сейчас в фосмофобии находим. Блин, я хочу снять мод на каких-нибудь рандомных призраков. Хочу скачать сэндбокс-версию этой карты и скачать оружие с фосмофобией. Так, сюда нельзя зайти. Так, получается, нам надо как-то открыть ту дверь. И сюда тоже нельзя зайти. Да, как же ее открыть? О, здесь гараж. Так. Поставлю зомби. Здесь тоже нихера нету. Не, кстати, на своем быстро. Ой, я помню, как Влад на своем компьютере поставил 0 тра, потом через 10 минут сказал, что не влагает, и он поставил на минималке. Это все занимало где-то 1 час у него настройки применялись. Ебать RTX, пацаны. А понятно, почему тут FPS. Где? А, вон там в ванной. Нет, везде. Ах да, еще я хочу сказать, я не знаю, что со звуком у меня будет. Вот. Ну ладно. Да. Да, ну и похуй, все равно никто не посмотрит, кроме вас. А ну не факт, что вы посмотрите. Так, что нам надо делать? О, пацаны, смотрите, куда я забраться могу. Да, я там уже забирался. Так что нам делать? А так записание карты прочитать. Ну читай. Ну сейчас, давайте мы свет сначала везде включим. А, так блин, мы же ключи должны найти, вы что забыли? Компьютер! О, я ключ нашел от подвала. О, это нам в подвал. Не, basement key, смотри, куда нужно. Basement это подвал, ты чё? Вот уже сюда, ладно. Всё, я первый. А что это открыть? Да, давай. Это фосмофобия, это прям фосмофобия. О, ключ, кстати, висит, мы его не заметили. Блин. О, это ключ чего, кстати? А, это от той двери ключ, пойдем вверх посмотрим. Подождите, это... Блядь! Ну, Влад лох. Он через камеру поймал? Да. А где вы, стойте? А мы в подвале, я просто вспомнил, что Влад его ловил, и я решил... Влад, ну ты лох. Это такой... О, кстати, сейчас мы на кухню сможем войти. О, на кухне тоже ключи. Окей. Подлог? А что такое подлог? Я не знаю. Да сука. Там еще ничего нет? А вот здесь, кстати, что находится? Так мы оттуда вышли. А, ну просто какой-то дебил постоянно свет выключает. Я даже не знаю, кто бы это мог быть. Да. А где здесь свет включается? А, вот, все. Не ищите ключи, нам нужно ключики искать. А, да, точно. Ну, нужно же свет включить. Влад, не выключай свет. А Влад будет действовать на нервы. Это электрики балуются. Действительно. Да, это Марио. Блин, Марио же не электрик. Представим, что Марио электрик. Идёмте за мной. Алё, вы где? Куда? А, да, я иду. Ушай давно. А, только сейчас это увидел, ладно. Нет. А, забулить меня хотели, да, мальчишки? Да, пупсик. О, здесь же, кстати, а может от чердака есть ключ какой-нибудь? Да, кстати, может быть на чердак еще. Смотрите, что я нашел, смотрите. Видите, по следам вот это отодвигали. О, все, я открыл первый замок Матвей, вот здесь. Матвей, видишь, по следам вот эту штуку отодвигали, эти часы. Видите? Чего? Ну, они здесь и так стояли. Ну вот же здесь след внизу. Ну так было задумано.
Я же все-таки недаром Life is Strange прошел, там то же самое. Какой свет, алё, ты чё? Блин, вы ищите ключики, мальчишки. Интересно, в CSGO было бы удобно играть на этой карте? Что? Интересно, в CSGO было бы удобно играть на этой карте? Нет. А то она, ну, большая. Да, блин. Блять, нахуй, пизда, ебучая пизда. Здесь в одной комнате. Ебать. Как это классно сделано. Здесь в одной комнате нет. Нет, нет. Кто же где саппер-то? А вы где, Матвей. Видишь это? А вы Матвей, мы не отражаемся. Ты где? Иди за мной, за мной. Ты где? Нас заперли, Влад. Я сейчас буду скример, потому что я в такую штуку уже попадался. Ты то? Да. Открой нам сортир, Влад, открой сортир! Да, все нормально. Стой, это кровавая мэра. Как голосовой чат включить нам? Ярик! Ярик! Да хватит! Ёпта! Что это было? Дверь только что открылась, но в зеркале это... Вот это... Блин, Влад такой черный, я аж обосрался. Я такое чувство вышел с какой-то... О, мы же... я же вот здесь еще не был, может здесь ключ какой-нибудь есть? Не, я тут только что был, тут ни хера нету. Влад, да, мы сзади. А, да. А, кстати, я в эту ловушку попадался, вот в ванной, которая... Сейчас, подождите, мне нужно понизить настройки глазки. А мне нужно повысить настройки звука. А, сейчас смотри, дверь за... Конечно, очень смешно. Матвей, прям у тебя такой высокий интеллект. Я прям поражён. У меня просто высокое чувство юмора, забейте. Даже в зеркале отражение есть, в разбитом. Ну, это твои проблемы. Я обосрался своего хромаки, я сейчас отклоняю голову, а у меня там хромаки, я думаю, видение какое-то. Ладно, а мне это пока что хромаки не нужно. Подождите, пожалуйста. А вот же ключ прямо у нас под глазами. О, слушайте, а это от этого ключ? Нет, это не от этого, это какой-то... А что такое атик? А, я знаю, там еще одна была закрытая дверь, может, чекнем, вы идете? Да. Ну, Влад не идет, мы идем. Ой, я иду. А, нет, стойте тут. Может, это от машины? Нет, да. Не машина. Не, иначе я зарежусь. Что, Влад? О, может, это от входная дверь? Нет, это не входная дверь. О, что там, кстати, ты там был, Ярик? А, это же... Почему сюда войти нельзя? О, мы здесь не были. А, нет, были. Вот здесь мы не были. Вот здесь, вот эта дверь не открывается. Где оно? Мы на первом этаже сейчас. Ну я уже на втором этаже. От подвала, там же в подвале еще всякое. Ну пойдем сходим. Да, идемте в подвал. Я уже в подвале, вы где? Пиздец, как так быстро? Ну, там Влад, ты сам себя в подвале сейчас чуть не запер. Ой, блядь, а вы где, ёпта? А мы в подвале. А вы с какой стороны зашли в подвал? С любой, мы вышли из подвала. И зашли со стороны двери. Да, мы зашли со стороны двери. Там смотря... А, вот вы, ё-моё. Может, на втором... А, может, это от чердака? Может, Атик, это чердак? Скажешь. Вы дослышали сейчас кода Дима? Да, чердак. Где это чердак? Увидел, какой чердак? Да, наверх, иди, наверх. Матвей, давай ты поднимешься, мне страшно. Мне тоже. Да. Ладно, смотри, получишь скримак, я его еще не получу. А хер вам. Ладно, я мужик, сосите. Давай, иди свет включай, мужик. Там какая-то штука... Вот здесь какая-то штука выглянула. Ну, это твои проблемы. Ищите ключи. О, телевизор, давайте посмотрим. Смотрите. Прыгаем. А, это сортир. Ну, это другой. О, какой это сортир? Да, это друг. Мы не отражаемся. Все, жопа. Нам же. А, нет, стойте, выходим. О, смотрите. Ну что это? Ты
Это видел, Ярик? Это можно взять. О, давай. Ой, счетчики. Это как прям фосмофобия. Ебать, пожалуйста. Не, стой, вы где? Просто это выключил. Идите вон туда, пойдемте туда. Давайте. Давай. Вот. Это поезд? Это поезд. Какой дебил туда метро засунул? Блять. Кто с фонарем, идите вперед. А да. Давайте я просто кину фонарь. Действительно гений. Я не буду туда входить. Давай, Ярик, ты же мужик. Да, я мужчина. Ой, ёпта, блин. Мне-то, короче, какие инструменты. А я сейчас от вас фонарем убегу, и вы будете страдать. Нет, я за тобой прям бегу, и шаг. Ладно. А где свет? Ярик, тупой, и шаг. Короче, ладно, пойдёмте, там две было. А, где? А, да, давай. Где? Где вы все? Сзади тебя. В смысле? Я тут верчусь, я не могу найти. А, это сзади Влада, оказывается. О, смотрите, сюда можно. Ишаки, подберите свет. А, это окно. Ладно. Одевите лясу, Ярик. Что? Это полотенце, дебил, блядь. Сука, просто она не... Вентиляция. Да. Дайте мне фонарь. Это вентиляция. Пойдемте. Да, пойдемте. Да, пойдем. Да. О, ну, вот это что за говно? Пусто, как в жопе у мангуста. В жопе у мангуста как пусто. Ну, как вкусно, как в жопе у мангуста. А, мы же туда еще, по-моему, не ходили, я, конечно, не знаю, но мы, по-моему, туда не ходили. А может, там дверь открылась, может, а? А, здесь окна. Подождите, а там же еще вперед можно было пройти, вот сюда. Вот сюда, а, серьезно. О, ёпта. Ебать. Ты кто такой? Брат, куда? Нет, он пропал. Это не он, это она, придурки. Это ворона была, я обосрался. Ебать, конечно, скримеры, блядь, просто вообще. Да, не 2D-шное говно, а полноценные 3D-шные. А, кстати, мы вернулись обратно на эту лестницу сраную. Пойдемте, пойдемте тогда обратно, вот откуда мы пришли, получается. Да, пойдемте. Где? Что? Куда, блядь? А, нам же нужно в тот рубильник. Да. Пойдемте. О, вот же здесь дверь, может, она открылась? А, нет. Пойдем сюда, куда этот призрак ушел. Нет, а, думаю, смотрите, что найти надо. Смотрите, да, видите вот эти штуки? Да, дайте я возьму его. Дайте я его возьму. Видите вот это? Да, блин, да, давайте. Смотрите. Да, знаете, я вам объясню все. Вот, пусть кто-нибудь фонарь будет держать. Все, короче, я понял. Нам надо найти вот эти вот оставшиеся три штучки. Нет, нам... Да, блин, да дайте мне его взять, господи. Нам нужно другое. Может, лучше пойдем обратно? Нет, нам нужно, смотрите. Видите, вот здесь одной штуки нету? Ну, нету. А нам нужно ее найти, вот эту одну штуку. А, вот эту зеленую, которую? Нет, наоборот, под которой красный фонарик. Вот, нужно... Нет, эй, вы дебилы, куда ушли? Ушли, пойдемте обратно в дом. Я в доме. Я тоже. Блин, я не знал, что здесь будет такой элемент... О, сральник. Давайте утопим фонарик. Это дом, наш дом, который вот родной дом, мешаки. Там же еще одна дверь была. Да, пойдемте. Идите обратно. Все, я иду. Так, давайте вот здесь его оставим. Или возьмем. Ладно, давайте возьмем. Открывай. Она не открывается. Значит, туда идем. Подожди, Ярик, дай фонарь. Да, что? Ничего. Я понял, мы в зазеркалье находимся, вон там наш родной дом. Я же говорил. У тебя плохо. А может туда надо как-то пройти через зеркало? Не, нельзя. А, я понял, это инверсия дома, видите, он отзеркален, наш дом. Вы куда ушли? Я в доме, я сейчас буду эти штуки искать. Стой, подождите, идите обратно, я потерял. Я сейчас буду эту втулку от генерала. Мы здесь не были. Идите обратно. Пожалуйста, идите обратно, я потерялся, прошу. Да, просто иди в дом. И шаг. А я могу, кстати, взять фонарик? Баран, фонарик. Иди сюда, ты где? Да, Матвей. Пиздец, вот от всех так срется. Пацаны, мы не были вот здесь. Матвей, ты что делаешь?
сюда, вот. Да вы меня сами закрыли. Вот, мы вот здесь еще не были. О, максимальная яркость, ток. А вы где? Куда? О, вот здесь что-то на столе, смотрите, видите? О, это ключи. Да, не залазь, давайте я фонарик поставлю. Ты поставь. Ну так я хочу поставить, а ты его взял. Нахуй. Да, блять, унитаз. Фу, блять, я подумал, что сейчас нас пугать будет. Уйди. Я хочу поставить его на стол. Все. Давай. Ну, чтобы было... Вот, да, вот так. А, я понял, здесь просто жрачка и радио. Ничего. Да, ну. Так, а мы же... Мы же все не так, что и четко. Мы здесь еще не были. Где были? Вот здесь, да? Мы здесь были? Все, алло, пацаны, помогите! Влад ушел. Нет, Влад, ты выбрасывал фонарик. Да блять, куда? А, все, наконец-то, блять. А, я понял, мы, короче, должны детально. Все, теперь я потерял окончательно. Ой, помогите, блядь, пожалуйста. Я обосрался, Влад, он прям мне в душу смотрел. Помогите, пожалуйста, вернитесь обратно, Ярик. Я ключи нашел, я ключи нашел. Ярик, помоги! Пацаны, идемте в сральник в тот. Сральник. В какой? Короче, я ничего не знаю, я беру фонарик. Нет, вот, я пришел, дебил. А, извиняюсь. Да, так что не берите такие фонарики. Если вы потерялись, то я к вам приду. Ну или наоборот. Хотя не знаю, придёте ли вы ко мне. Чего у меня так купингует? Блять, обосрался. Не, нихуя. Да вот я сюда, на. Может, это Ярик должен открыть? А, слушай, а может это ключи от ресурсов? Да, там где поезд. Блять, нет. Нет, а то решетки, которые вот там, в другой стороне. А, то есть решетка ключом, по-твоему, открывается, да? Ну а чем? Блять, рукой. Так почему мы её отлепили? Может, электрическая какая-нибудь? А, вот эту пимпочку нужно вставить. Да, я об этом в самом начале сказал. Ладно, я продолжу обратно, тогда свои поиски. Да не убегайте вы далеко, чего вы так уходите, так я, да? Я не убегаю, просто я хожу медленным шагом. Угу. Всё, я потерялся. Ну где ты, блять, где? Я там, где вы были последний раз. Ладно, а где мы были последний раз? Знаю, не помню. Нет. Все, идемте за мной и все. Угу. Че так лагает? А теперь у меня, кстати, не лагает. Так. Кстати, Матвей, просто поставь вырезовку теней на низкую и все. Нет, ему от пинг лагает. А, ну понятно, ясно почему. Так, ладно, здесь ничего нету. Мы. Да, блять. Может, лучше фонарики возьмем, ну в жопу. Нет. Этот фонарик. А как фонарики-то взять? Чё? Да, как их взять? Тем более даже их взять, то тогда атмосферы. А может от этой? Ярик, вернись на лестницу, я потерялся. Вот! А, сейчас. Все, я нашел, откуда ключ. Опа. Опа. Опа, у меня. А топор? У меня есть... Да, топор, все, прощай. А? А, Б? Курица в 3D. А, вот же доски. Вот нужно топором. Да. Ой, еба! Ух, еба! Салам! Что, как жизнь? Как дети. Мастурбируем. Вот, я нашел вот эту, вот этого. Все, бежим туда. Стой, не убегай. Ладно, насрать. Дай лучше у меня будет фонарик. А зачем кто-то ёбнуть? Пойдемте скорее, пока он, блядь, за нас не пошел. А, оказывается, дверь была закрыта. Ой. Иди первыми, блядь. Угу. Все. Все, они все три. Подождите. Вы где? А у кого фонарик? Да, у кого фонарик? У кого?
Пацаны, сейчас я за фонариком приду. Давай быстрее. Ты, блядь, не ходи, я вот вижу только три зеленые кнопочки и все. Все, я бегу. А я только тебя, Влад, вижу, и все. Все, да вот, все, я вернулся. Я просто все-таки не только в ориентации теряться могу, я могу. Да. Ты идешь первым. Да не вопрос. Давай тебе шифтить. Я че, бесстрашный, что ли? Что? Ну, давайте. Сейчас нас будут пытать. Это чё? Вот это чё? Нажми. Может, сюда фонарик надо? Да, Влад, это ебал. О, ребят, это все был пранк. Вот камера. Это все был пранк. This is prank. Вот камера, вот она, вот. Дебил, это чтобы это голос, это, блядь, микрофон. О, действительно. Ебать. Все, она больше не открывается. На пизда. Согласен. Save me, сохрани меня. Кого сохранить? А, надо пароль вводить. Слушайте, это же пила, пацаны. Мне кажется, или ты на пиво похожа? Да подождите, не тыкайте, видите, вот видите, это вот это первое. Да не тыкайте, блядь. Вот смотри. Красные тычки. Так. Я быстрее действую. Можно мне сейчас кое-что сказать, как это решить? Можно, блядь, можно вы сейчас перестанете эту хуйню? Ты быстрее! Я хочу сохранить игру, Все, стойте! Одна зеленая лампочка загорелась. Мне сохранять игру. Да! Все, я сохраняю. Все, я сохранил. Перестаньте тыкать! Перестаньте! Все, смотрите, одна зеленая лампочка. Какая вторая? Все, вот вторая. Вот. Да хватит! Пизда. Рукобуд пришел! Салам алейкум, брат! Что? Жестко. Он бежит! Да блять! Реально пила какая-то. Он бежит! Я закрою сейчас. Сейчас мы сосем. Блять. Вы можете не толкаться? Блять. Что с нами делают? Все, давайте представим, что тут лифт из второй халфы. Точно. Стойте, а что это? Нажми на кнопку. Все. Это более упрощенная версия. О, сральник. Я посру. Я думаю, нам надо было. Открывай лифт. Все, блядь. А там дверь. Лучше. Закрывай! Пошёл нахуй! Соси жопу! Пошёл нахуй! А, лох тупой! Он ругнул! Заскамили! Вот слитый! Ну, кстати, мне чем-то напоминает SCP, у нас так же было. И, кстати, он страшный. Ну, да. Теперь осталось только его найти как NPC в Эрисмоде. Ура! Дом, милый дом. Хом, милый хом! Слушай, а мне интересно, там открылись вот эти вот замки? Вот эти вот замки открылись? Нет, они не открылись. Чё вообще на чердаке? Что? Блин, ещё один ключ нужен. Последний остался. Иголки! Из кэски. Иголки. Компьютер, пацаны, компьютер. А, только сейчас его заметил? Нет. Ладно. Ой. Так, что нам делать? Нам нужно сейчас найти ключ. Мы ж на чердаке, там мы на нем просто походили, как нихуй делать. Я услышал страшный звук. На чердак. Давай Матвея запрем. Дверь же закрывает. Вы гений. Так. Почему здесь нету лампочки? О, мы теперь, кстати, не можем туда побраться. Куда?
Вот вниз, вот в этот, вот помните, где мы падали в сортир? Ну да. А теперь можем. Не на, не ломай скрипты, ты упадешь, ты бежишь. А плачь через контекст, не я не хочу потом. Что? Ой, его можно... Здесь каналы ладно, можно... Ладно, сейчас иду. Сейчас можно покушать, пожалуйста? Иди, пожалуйста. Окей. Да. А мы пока с Владом пройдем карту. Ага. Пожалуйста, можете ничего не делать? Можете вот просто в этой комнате стоять? Пожалуйста, не проходите. Ты меня тогда чмурил. Сука. Я извиняюсь, прошу, пожалуйста. Да ты будешь в следующий раз так делать, так что нет. Будем, не будем. Ну подойдите, пожалуйста, не проходите. Не будем, а не будем. Ну ладно. А, пацаны, дверь не закрывается. Ой, не открывается. Только не удаляй через контекстное меню, пожалуйста. Ты тогда туда упадешь и скрипты сломаешь. Тимотей, ты ушел? Ушел. Я же говорю, не удаляй её. Тогда скрипт. А, вот же она открылась. Как его закрыть? А, я сейчас в подвале хочу найти. Кого? Ключ. Вдруг он в подвале есть, а мы просто любые дебилы, которые нихуя не нашли. Плохая идея. Ну не знаю, здесь просто кто-то повесился, а так ничего страшного. Точно! А, нет, это что, блядь? Ракушки какие-то. Блин, Влад, у тебя тоже такое ощущение, вот это ключ висит? Нет, обычная веревка. Ну именно вот этот узелочек. А, не знаю, вот этот узелочек мне напоминает руку, маленькую ручку с указательным пальцем. Да, который указывает на пол. Да. Типа, садись, окей. Нет, типа, жри со... с пола свинья. Ты нас слушал? Жри с пола свинья. Не кажется ли здесь как-то низко лампы висят? Блять. Да все нормально, блять. Мне кажется, ли лампы эти как-то слишком низко направлены? Вот эти. Жрать же. Да, кстати. Не, у меня, кстати, у меня у родителей, короче, одна такая лампа. Нет, две. Типа из Нью-Йорка вот такие вот, не, прям такие же. Но тут типа такие, короче, да. Да, баскетболистам плохо будет здесь сидеть, нахуй. И они тоже... Холодильник! Давай пожрём! Арбуз! Арбуз! Может, можно взять арбуз, его раздавить, и там будет ключ? А, да, кстати, прям как в Грэнни. Тачка, кстати, тут есть тачка, она здесь не просто так. Нет, она здесь просто так для атмосферы. Блядь. А, всё. Здесь просто, когда нажимаешь на Е, ты можешь нажать на стенку, и все равно выключится свет. Где еще может быть этот ебаный ключ? Алло, где? Алло, а мы тут ключ ищем, мы нихуя не нашли. Влад! Ебо! Подожди, давай Матвея подождем. А вы где стоите? Да, спускайся. Скорее, вот, и закрывай эту штуку. Смотри, я ж вам говорил, что здесь по-любому проход будет. А пусть Матвей пойдет первым. А тут ничего не видно. О. Видно все. Не пизди. Вот что-то у меня пролагало, что-то прогрузилось. Я не хочу туда идти. Нет, иди. Я уже получал скримеры, сука. Я тоже получал. А пусть Влад идет, хули он нихуя не делал. Ну, Влад просто с нами гуляет и все. А, ладно, похуй. Да. О! Что, Resident Evil 8? Вот они ключики, вот они ключики. Да. Ну, красавица, бро. Зло, здорово. Не, ну, красавица просто, ну. Да, давайте. Она на меня посмотрела. Сейчас будет битва с боссом, ну, наверное. Сейчас, прикиньте, я просто благодаря багу мы достаем эти ключики. Так, тут как бы врата... А прикиньте, вот здесь кто-нибудь комнату побежит. И следующую лучшую комнату. Ой, пацаны, вот. О, ой, пойдемте. А, блин, я думал, это выход обратно. Пиздец, мы как будто в Dark Souls теперь играем. Согласен. Рычаг. Я что-то открыл. А, нет, либо... Это я открыл.
Ой, опять касцена. Да, мы сейчас клетку откроем. Зачем ты открыл, Ярик? Я тебя ненавижу. Все, ключи забрать, дебил тупой, блядь. А, все, теперь надо еще один такой же рычаг искать. Пацаны, это живая баба или это статуя, блядь, мертвого? Это и то, и другое. А ты что, в касцене не видел, она на нас посмотрела косо? Да. Давайте представим, что она мертвая, просто глазами двигает. Допустим, это как судороги. Да. Ебать, у нее жопа, конечно, нормас. Вот, открылась. А может лучше обратно пойдем, а? Зачем? Прям так нам же ключ игрок нужно достать. Пацаны, кто со мной ключи доставать? А с тобой тут все идут. Опа. Что сейчас открылось? О, вот. А, это я как-то через решетку открыл. А, хорош. Тихо, чтобы было эпичнее, я поставлю 90 градусов. Блин, я подумал, что за Матвеем какая-то хуйня бежит. Опа. А у тебя до этого сколько было? Ты фок поставишь себе на 90? Да, я поставил на 100, чтобы было эпичней. Ладно. Ну всё, ты открыл последнюю решетку. Нет. Теперь нам капец. Нет, а, последний. Это не последняя. Это будет последняя. И сейчас, наверное, будет решающая концовка, нам надо будет... Давайте я сохранюсь. Да, да. Да, давай, сохраняйся. Так, все, так, я сохраняю игру. Так, сохранить игру. Все, там последняя открылась, всё, да. Штучка. Нет, не туда, Влад, не туда. А, вот да. Сюда. Там сейчас дверь откроется, это... Бля, так, вот здесь где-то последняя. Вот здесь сейчас откроется. У меня орел жопа, охуенно трахнуть. Что, у тебя вырывная жопа? Нет, у этой бабы жопа охуенно. Да, ладно, бежим скорее к выходу. Сейчас Матвей, там он же в самой жопе находится. Его сейчас убьют, а мы выживем. Наоборот, придурки, это вас убьют. Почему? Надо было так... Блять. Пиздец. Ну все, что делать, пацаны? Она пропала! Она пропала! Ну пизда. Она пропала! Готовьте хорошо её. Ладно, пойдемте. Куда? Сюда. Вот же здесь проходы открыты, видите? А, да, давай, идём. Да, она просто посмотрела мои старые ролики, и всё. А куда идти-то? Нам еще проходов дофигища есть. Вот здесь, вот сюда. Друг, мы отсюда пришли. О, открыто. Я обосрался. Будет погоня, вот я поставил ков 90. Есть... Ой, куда ушли? Вот, вот, все. Все, на меня стражи. Вдруг она из-за угла вылезет. Че похуй. Она ушла. А кто туда пойдет? А, она дома ушла, ну окей, ладно. Как хотите, а я обратно. Я тоже. Я тоже. И прикиньте, она такая в дом зашла. Ёп, ё-моё, stay in the light. Тихо. Так, я спички подобрал. Тихо. Слушайте, стойте, короче... Там ключи, видите? Что такое? Да, пожалуйста, Матвей! Я обосрался. Слушайте, короче, тут надо... Нам, короче, надо стоять только там, где свет. Не стоять там, где... Она убивает, короче, только там, где темно, темнота. Она прячется, да, в темноте. Видите, она там в зеркале стоит. Я пойду. Ну, идите. Вот у нее ключ там. Блять, мы ждём. А что ты предлагаешь делать? Вот ты ржёшь, ты давай делай нахуй. Вот гум. Вай. А мне хуя. А можешь как-то в туалете там зажечь? А может в гардероб? Я смог зажечь. А? Я смог. Все, мы так должны пробираться. К чему? Шлюха ебаная. А, видите вот эти огоньки? Это, короче, свечки подсвечиваются. О, а, да? Да. Что, какие именно огоньки? Ну вот, если вы в темноте будете... Вот, видишь? Какие? Где вот, ты? Вот, блядь.
Меня сейчас убьют. Я вот, смотри. Где? Да иди за мной. Вот, видишь, вот огонек такой горит. Огонек, дебил, а не огонь. Вот, белый, видишь, он там огонек вдалеке светится. А, белый который? Да, вот этот, это свечки, которые поджигать надо. Еще надо весь дом поджечь? Да. Все, все, в подвал, в подвал. Нет, не в подвал, наверх. Ой, наоборот, наверх теперь. ГГ, Тима Раков, Ливай. ГГ, Тима Ливай, я Раков. Что, блядь, вы что, охуели, сука? А. Ой, ебать, Тима. Пацаны, Snowdrop Escape. Кстати, я хочу пройти эту модификацию. Кстати, вот здесь очень страшно проходить и очень интересно. Да. Мне, я наоборот буду флексить, блядь, просто. А, ща оборвётся, да? Ща поебётся, ща поебётся. Да, я тоже об этом думаю. Сейчас раз три, два, уже обвалилось, один. Уже можно не считать. О. Ой, кто-то... Да вообще похуй. Да, это мой тренд. Его зовут Антон. А вот он и Игорь там, и Иван. Это были Dead Inside, и всё. А вон Олег. Или Лёша. Лёша же Dead Inside. Не, ну вы, пацаны, вы куда убежали? Так ты знаешь, просто беги и всё. Так я... Еба, посмотрите, как красиво. Эй, Матвей, там огонь, смотри, там огонь. Где? Прыгай. Ну это понятно. Нам нужно найти топорик. А так вот сюда же был топорик. А мы его проебали. А, вы заметили, здесь дохуища повешенных. Вот под мост, если посмотреть. Ну это для инсайда, это были для инсайда. Вот странник. Где странник? Вот странник. Мэтью, подождите меня. Давай беги. Ну тебе не надо было отставать. Так, вы же огонь увидели, я на огонь побежу. Дом. О, посральник. Тут ничего нету, забей. А вот здесь что? А может выпрыгнем? Нет. А, ну еще бы, да. О, вот же топор. Да, ну где у нас топор? Ты видел топор? Влад же его подбирал. А он его профукал. Валит, в принципе, чё? Ебать. Не, пацаны, нам просто тупо дропы скипать. Стоп, Влад, где топор? Мы его проебали. А у нас эта баба его отжала. Чё? О, смотрите, где я. Ну и что? И что это тебе дает? Ну я могу забраться на крышу и там через дымоход. А где это, алё? В смысле, через какой дымоход? Ладно, я подумал, что там дымоход, но нет. Вот видите, я на крыше. А, нет. Ну и а зачем? Dead Inside, пошёл нахуй отсюда. Бля, почему нельзя было сделать все открывающиеся окна? Стой, а именно в этой хижине или уже да, вот? Да, в этой хижине чучка. Именно. Деревянный. А, я там на дощечке запрыгнул, вот на эти вот, которые... Так. Опа, кто-то идет. Кто? Что? А? Матвей. Ну, какое там окно? Какое окно? Вот это. А, серьезно? Да. Пиздец, блядь. Кстати, здесь уютно. Я же это открывал, алё, ладно, бум. Кстати, здесь стрелы уютно. Топор. Топор. Ой, мой топор. Все. Матвей, интересно. Пацаны, Матвей бестопорный. Да, единственное, я остался без топоров. Нет, а Влад подбирал топор, значит, Матвей бестопорный. Бестопорный Матвей. Да. Это что, больница, что ли? Пацаны, лиминальное пространство. Да, походу... О. О, блядь. Что? Чё? У вас тоже это на одно мгновение появилось, а потом пропало? Ярик, это лиминальное пространство, забей. Я Ярик... Лиминальное пространство. А, что? Что? А? Ладно. Опять? Да я не, пойду... нас просто ударили по голове, вот, и поэтому нас глючит. Похуй. Бля, ну подождите вы меня, реально. Нет, он мне нужен. Да круто. Смотрите. А здесь вообще работает ускорение на shift? Нет, ну работает, но только она там на чуть-чуть. А, так вот, сука, почему я вас не догонял. Да вообще похуй. А слышишь, Ярик, это бы круз. Да. Очень о, похоже. Блин, помнишь ту самую карту? Ебать, а, вы заметили, у него больше бухла стало? Да. Я так и думал.
А, это больница, мы же врезались, и вот... Ой, наша жена. Ой. Ебать, поза. Это что получается? Это получается все прохождение, это были флешбеки? Наверное. Это были в больнице, это были наши воспоминания. Да, я об этом же, это были флешбеки просто. О, пиздец, они какие-то неживые, что ли. А, пацаны, это эффект зловещей долины. Да, кстати. Знаете, вот эта карта, она такая обалденная. Да. Сюжет просто прям идеальный здесь. Ну мы живые, это заебись. Ура, мы прошли! Обалдеть. А. Стойте, вот здесь. О, где мы? А, это еще не конец. А ты бы хотела в этом доме жить? Я очень. Нет. Вот на карте Village в третьей части я бы с удовольствием. Хотя нет, я тоже не хотел бы, потому что слишком большой дом, у меня бы паника. Да, во-первых, он слишком большой, во-вторых, это хоррор, то есть... Думаю, в каком доме жить? Что? Второй этаж, у меня была паника бы жесткая. Пацаны, а вы вообще хотели бы в большом доме жить, в особняке в каком-нибудь? Нет. Я бы чисто вот в домике пожил, но только не в таком огромном. А я бы просто задал себе вопрос, а нахуя мне жить в огромном, блядь, особняке, для чего? Вообще я, конечно, очень сильно хотел бы в огромном доме жить, но когда ты ночью приходишь без света... Да, в туалет особенно, и представь, он как через лабиринт. Да, это пиздец как стрёмно будет. Да, ты такой в туалет проходишь, а там красное свечение. Да, и эти огромные коридоры, эти повороты, в любой момент это хуета вылезти и тебе хуй оторвать. А потом вылезет синий экран смерти. Стоп. А, это еще я посмотрел. С вами был Спидерилакс. И еще кто? О, Твистинник! Всем пока!